Всех приветствую. Сегодня мы наконец-то мы прорвемся до Юпитера. Народ, привет, куда брат? Пошли? Вы меня проводите, может, подождите? Если нужно что, спрашивай у главного. А где уж главный-то лазит? Стоять, редиска. А, вот он ты. Чем сейчас занимаешься? По устанку. Нет, погоди-ка. Цементный завод, аномалия битум, бетонная ванна, склад контейнеров. Битум или бетонная ванна. Да, вот сюда поехали. Вот он, чудо телепортации в действии. Ё-моё! Вы не видели, что там было, когда прогрузилось, как они в одной куче все валялись? Так. Нет, тут лучше вот это. Стоять, сволочи! Сбежать от меня удумали, да? Нашел я на них управу. А, это коты. Думал, собаки. Так вот. Так. Пойдем туда или нет? Думаю, смысла теперь нету. Теперь нам надо прорываться к комплексу, к самому. Так, дробовик. Сюда. Эх, и через бюроров. Так, в путь. Так. А то что-то долго мы уже не можем добраться до этих документов. Так. Опа. А, пистолет. Да блин, они опять. Может их сразу прибить, чтобы потом не мешались. Потом-то без патронов сложно тут быть. Зашибись. Подстрелял. Так. Куда бы они ни шли, лучше. Сейчас. Потом ТУ их не оставлять и добить обязательно. Так. Ну те далеко ходят. Звуки страшные. Вот тут радиация нема. Нате, редиска. Наверняка что уж. Так. Считай, все патроны израсходовали. Так. Тут уж нормально пройдем, я надеюсь. Так, туда, а там берем, значит, вот эту вот фиговину РГ-6. Там зомбаки, что ли? Ну зашибись. Или этот самый потом тут с гаусс-винтовкой потом появится, когда мы уже сюда с толпой все-таки пойдем. Ты не помню. Задание с толпой.
каком в оригинале было или в моде в каком-то. Опа, оживились. Давай. Ага, нам по-любому здесь все равно так и так было пройти. Так. Почти добрались, да? Держитесь все. Так, это простые зомбаки. Где же эти гады сидят-то? Их надо найти. Ё-моё. Кто-то ружьями в меня кидает. А, радиация фигачит от этой железяки. Да где ж они есть? Готово. Правда, вещь убойна. Так. Ну, быстрее оживай. Блин, по нам стреляют, он аптечку активировал в это время. Зашибись. Я-то думал, меня никто не заметит. Ой. Вон они, бюроры. На тебе, зараза, прячется. Да бери ты, дробовик. Нифига себе, кто там по мне еще стреляет? Ну, сколько хватило. Сейчас сквозь текстуры ходишь, читер. С каких пор бюреры с зомбаками? Так. Опа, он в меня пистолетом кинул, зараза. Да бери ты оружие в руки. О, это надолго. Радиация, туда лучше не ходить. Обойму полна. Ох ты, еще один, да? Вон он справа еще не бежит. Так. Ну ладно. Мы поняли, что их там дофигища. Надо действовать как-нибудь аккуратненько. Вот из этих зарослей только нифига не видать. Еще радиация. Так. Опа. Да где эти гады? Они ж меня не видят. А, это от собаки, что ли? О, там что-то взрывается. О, что тебе так шторило-то? Вон, они меня видят.
По крайней мере, они в меня кидаются. А здесь не дотягиваются, да? К вам же они с собакой разобрались сами. Вон он. Да бери ты... Блин, сволочь, оружие выдернул. И в текстуру закинул. Да он чё, отшиел что ли? Смерть поганцу. Одну отдай. Ещё ты сволочь. Срочно используй. Да, он пока перезаряется. Отобрали. Отобрали оружие, сволочи. Ух, нифига себе. Вот сволочи. Да ну вас нафиг! О, спасибо, что вернул, конечно. Это все хорошо и прекрасно, но... Какие-то вы неадекватные тут, слушайте. Зомби, вам что, больно, что ли? Ой, пистолет летучий. Да реально надо толпой ходить. Давай, бери гранату. Главное, чтобы они ее обратно не вернули. Они их откидывают. Они не смогут откидать все. Но они меня прибили. Вот они, гады. Так. Ладненько. Убить можно любого. Если постараться. Путь. А-а-а, бегом. Туда, где их пси-силы не действуют. По крайней мере, они тут почему-то не действуют так сильно, как там. Так. Ну-ка, а может, надо было, правда, в упор к ним подбежать, даже зарядить. Ой, собак. Бери. Как говорится, никто не выживет. Разрядки отсюда. Из этого самого, как его правильно выразиться. Очереди из дробовика. Так. Быстрее оружие доставай, кретин.
тоже с дробовиком, а? Сделать одну запись на всякий случай. Так. Теперь, когда здесь ни зомбаков, ни собаков нету, эти бюреры близко подходить не любят. Нужно их найти просто и разрядить в них очередь. Странно, их нету. А где, откуда? Да откуда они фигачили-то? Хорошо, что мы сохранились. Где же эти сволочи? Они где-то прячутся. Так, вопрос где? Да где они? Тут вообще полтергейсты, блин. Вот они. Ёперный бабай. Сколько их тут? И полтергейсты. Так. Так, и как? Вход-то только один, или нет? Или нет? Ну-ка, может сюда зайти пока? Посмотреть, что здесь есть. Сейф. Еще один сейф, ну-ка. Документы, документы. Опа. Схема путепровода Припять-1. Вот и доказательство. Подземный путь в Припять существует. И что дальше? Куча новых мутантов. Тебе на голову, да? Путь в Припять. Скат. Путь в Припять. И каким образом не туда попасть, если там куча всяких уродов сидит? Ладно, я тут тоже говорил, что прорваться нельзя. Прорвались, и про контролёра тоже что-то подобное говорил. Но патронов-то все меньше и меньше. Ой, вот этот колючий пух. Ой, нафига выкинуть-то? Так. Если нельзя прорваться по-нормальному, будем делать не по-нормальному. Так. Искать другой вход? Нет, тут никак не пройти. Ага, вон он, гад, стоит. Ржет, что ли, надо мной? Нате. Ох, нифига себе. Нате, урод. Патроны кончились, ну-ка. Так. Остался только один. Делаем запись. Эх. Ну
три диска. Там еще полтергейсты выйдете. Так, ладно. Может, если он один, то не сможет тогда гранаты ловить. Так. На. Зараза. Вот те. Вот, на те. Лови фашиста, чтоб наверняка. Ой, в стене. Ну и все, вроде прибили. Так у нас патронов нифига не осталось. Нифига подобного, да? Там полтергейсты. Там уже, да? Как их выносить? Или это не они? Что-то там есть. Так, у хрен на меня. Витя, смотрите, знаете. Полтергейсты. Те еще гады. Так. Так они не смогут мне блокировать обзор. Стоять, скотина, найду. Убью. Вот он ты. Он не стреляет, как. Ну там больше ни, кроме него никого нету. Что ж делать? Они раньше никогда такими опасными не были. Так. Это от тебя, может, там психонец? Полтергейст тут ни при чем. Да нет. От чего-то же. Фигачит так. Прям фигачит, походу, по площадям именно. Стоит от нее отойти чуть-чуть. Полтергейст, он как сквозь стену видит. Ладно, походу моих патронов не хватит, чтобы дальше прорваться. Надо подготовиться лучше. Вырваться для начала отсюда. Хорошо, что мы тут зомбаков уж перебили. Да и вечереет уже. Не всех. О, меня тут не было, Вася. Мне на вас на всех патронов жалко тратить. Так.
банально из этих беганий туда-сюда от этого завода уже теряется всякий интерес к игре. Так. Слишком они с этими мутантами тут перемудрили. Либо я просто не знаю, как туда подойти. Ну-ка, тут наши остались. Или ушли уже, меня не ждали. Все, наши все ушли. Ох, ёп! Где? Уж проще сразу в аномалию прыгнуть. Походу оно меня заметило. Опа. Да, надо бы его прибить, пока он. Гад. Нехорошо в тылу такую заразу оставил. Чё? Ой, я думал, ты в аномалию улетел. Да сдохни. ЖК нам бьет, надо лучше целиться. Так. Рядом аномалия. О. Опа. Вы в аномалию полезете, интересно или нет? Лично я бы не полез. На этих идиотов. Я туда полез. Все. На сегодня моих нервов больше не хватит. Всем пока.